мы просто видим в последнее время, что появились случаи госпитализации пациентов, которые были привиты более 6 месяцев, поэтому всем рекомендую сегодня пройти ту ревакцинацию. В наличии 555 239 доз, поэтому все сегодня должны быть, будут обеспечены, кто придет на пункт вакцинации. Все оценивают возможность молниеносного развития вот того штамма омикрон, и поэтому мы тоже к этому готовимся. И уже в понедельник, во вторник, когда был штаб, который проводил губернатор, уже есть у нас все поручения для Министерства здравоохранения, для других органов исполнительной власти, для подготовки к возможной пятой волне. Хочу сказать, что здесь мы для себя берем тот опыт, который мы получили в третью волну, когда у нас был самое большое количество коечного фонда и когда мы привлекли самое большое количество медицинских работников для организации медицинской помощи именно пациентов с инфекционными заболеваниями. Поэтому мы сейчас, по сути, проводим подготовительные работы по мобилизации по примеру третьей волны.